Вслед за речным вокзалом в Твери может исчезнуть еще один памятник архитектуры. В удручающем состоянии находится дом на набережной Степана Разина, в народе дом ворошиловских стрелков. Что может потерять столица Верхневолжья и будет ли кто-либо предпринимать активные действия по сохранению здания? Расскажем прямо сейчас. Дом ворошиловских стрелков – так неофициально называется до сих пор это здание – ключевой памятник советской архитектуры в городе Твери. Его построили в 1935 году по проекту архитектора Анферова, как жилой дом для военных специалистов и офицеров. Здание считается самым значительным памятником довоенного Калинина на правом берегу Волги. Это очень такой вот ответственный участок. Здесь сходятся несколько улиц под острыми углами. То есть для архитектора это трудная, но интересная задача. Надо найти вот выгодные точки. Это получилось. Эффектный балкон в несколько этажей, эффектный центральный фасад. То есть все разные фасады, все разные, разные ракурсы дают. Когда-то здание было построено как символ Красной Армии. Оно было разделено на общежитие для одиноких и квартиры для семейных офицеров. Там искусственный мрамор, там великолепные лестницы, там роскошные коридоры, богатая лепнина. То есть это интерьер для тех, кто там внутри. Но всегда такие общественные здания, они должны еще и играли дополнительную роль манифеста страны, манифеста идеологии и для тех, кто снаружи. Однако сейчас красоту дома затмевают многочисленные трещины в фундаменте и по стенам, облупившаяся штукатурка, разрушающиеся балконы, лестницы, осыпавшаяся лепнина. Можно сказать, что памятник архитектуры доживает свои последние дни. Изменить печальную ситуацию мог бы вовремя сделанный капитальный ремонт, однако это время уже упущено. Теперь фонд капремонта всеми силами пытается сохранить то, что осталось от дома ворошиловских стрелков. Проводят ежедневные рейды по контролю за состоянием здания и готовят смету на проведение обследования дома. А пока документация готовится, фонд капитального ремонта Тверской области обеспокоился травмированностью граждан. Чтобы этого не произошло, они уже сейчас натянули специальную ленту, говорящую о том, что здесь опасно находиться. Кроме того, в ближайшем будущем здесь появятся еще и знаки, предупреждающие об опасности, а также будет установлено дополнительное освещение. Но приступить к работам для фонда затруднительно. Одна его половина приватизирована собственниками, вторая все еще в ведомстве Министерства обороны. Министерство обороны могло бы, в принципе, сделать это здание, но понятно, что для половины это здание ремонтировать не так интересно. То есть половина министерства, половина жителей. Составить проектно-сметную документацию должны были до конца октября. Однако пока этого не произошло. Ну а жители города ждут либо полного обрушения фасада, либо реализации мер, которые позволят сохранить вторую по значимости жемчужину Тверской архитектуры.